хай, дорогие друзья, с вами Касида Йорч, ребята, и сегодня со мной играет Димка Федоров. Мы находимся с вами в GTA 5 онлайн, где проведем эксперимент спуск без тормозов по льду. Здорово, ребят. Что ж, дружище, прямо сейчас прожми лайк, не ленись, мне будет очень приятно увидеть, что ты, как говорится, меня поддерживаешь. Ну а также подпишитесь, ребята, если вы здесь впервые. Минус один молодой, как вы видите, уже улетел. Короче, ребят, у нас здесь 8-й эксперимент заключается со льдом. Мы достаем тачки из рандома, разгоняем максимальную скорость, сколько машина может поехать, после чего начинаем в общем-то лететь по льду. Чем дальше добираемся, тем больше баллов пишем себе на счет. И самый вкусный балл — это гол вон в те ворота вдалеке, которые находятся. Сделать сложно, но вполне реально, потому что есть тачки, которые это делают на изи. Что ж, давай сразу с тобой по одной тачке достанем, в общем-то, и посмотрим, что получится. Да, ну, у меня это какой-то Порш такой себе. Так, у тебя Феррари, возможно, брат. Хорошо. Да. Но... сейчас узнаем. Поехали, полетели. Также, ребят, напомню, что в описании есть ссылочки непосредственно на Дзен-канал, на Телеграм-чатик. Ну и, в общем-то, ребята, если хотите поиграть в ту же самую Black Rush вместе со мной, то напомню, что под любым роликом есть ссылка на скачку, поэтому залетайте. Ну и, как говорится, присоединяйтесь. У нас уже там более 3000. Под любым? Ну, под любым по Black Rush. Так, окей, летим. Что-то я слабо, на самом деле, разогнался. Я думал, будет побыстрее, получше, по кайфовее, но нет. Я 700 разогнал. Самое интересное, я тебя вообще не вижу на сценарии. Где-то, а вот, где-то летит. Где-то летит. А вот он, Феррари. Разгонялся, я отскочил. Так, у меня 120 с полной остановкой, ребята. 10 баллов мы даем, если машина остановилась на льду и не улетела в сторону. А вот ты, пожалуй, свистанулся, улетел. И это последнее касание было на 190. Ну, в целом, да, баллов, конечно же, больше. Ну а, ребята, кто у нас набирает больше баллов в раунде, на следующей спавне 3 тачки. Вот такие у нас правила. Поэтому 3 тачки за тобой, но у меня будет только 2 и крупногабаритный вот такой. Так, и ты кто такой? Так, у меня пока ничего не было. Ой-ой-ой-ой-ой, какая-то страшная тачка. Так, у меня, у тебя, вернее, М3, у тебя Ешка. Это стандартная тачка. Стандартная тачка. И какой-то GTX вроде как. Выбирай. Ой. Живи. Стараюсь. Че берешь? А, подожди, это полицейский. Чит. Я так и думал, что это он. Я еще делался, что ты М3 удалил, потому что М3 тоже очень быстрая. А вот насчет вот этой последней, прям у меня очень много сомнений и вопросов. Так, а ты поедешь? Нет? Крупно говорит, ребята, конечно, интересная штука. Напомню, что мы используем абсолютно весь реальный и GTA-шный. Если он упадет, он считается за тачку. Ну и байки тоже идут в счет, но байки не так часто разгоняются. Ну да, чит есть чит. Полетел неплохо. Вопрос, зарежу тебя или нет, я тебя визуально уже не вижу. Так. Так. Ну, короче, это не лучший представитель крупногабарита, ребята. Прикинь, я не коснулся голубой, я пролетел где-то, отскочил последний раз на 320, и я просто пролетел рядом с голубой, буквально в метре. Понимаю. 320 по итогу, значит, очень большая скорость была. Ребята, 130 у меня, и я вылетел за пределы. Ну, хотя бы так, потому что мог вполне расчехлить ворота, как вы, ребят, прекрасно понимаете. Да. Так, ребят, окей, продолжаем. Все в целом-то неплохо. Я, конечно, понимаю, что есть шансы еще отыграться, но надо, чтобы рандом, как говорится, хоть немножко подыграл и что-нибудь хорошее дал. Так, Феррари какая-то. И, кстати, новенький Порш, вот такой спайдер. Ты много хочешь? Да я мало хочу, на самом деле. Просто я хочу, чтобы было все и сразу. Так, поехали. Поехали, у тебя Форд Бронко. Да, если это Бронко 2, он такой себе. Если первый, он вроде как разгонится. Ну, а по поводу, ребят, Порша вообще ничего не скажу. Потому что он попался в первый раз. И, кстати, я его недавно привычку ставил, а его не было. А теперь он попался. Поэтому давайте посмотрим, что он вообще из себя представляет. Ничего хорошего. В принципе, как и твой Бронко. Да. Ты еще и быстрее, наверное. 520 где-то разогнался. Ну, я еще быстрее чуть-чуть. Похоже. Ну да. Так, ну меня расколбасило, прям развернуло, раскрутило. Просто... колбас. Ну, буквально. Буквально. Тачка, конечно, прикольная, ребята. В реале спайдер неплохо смотрится. Блин, я улетел 120. Так, а ты? 160. Прикольно занесло. Красиво ушел. 160, да. Так, ребята, я, конечно, понимаю, что я проигрываю все и проигрываю, но любая хорошая тачка как бы может это дело исправить. Но, блин, она не попадается. Рандом не хочет давать хороших тачек. Так, Эль Камино упал. Каминчик вроде неплохой. По накату. Бентли такая себе. Да, попробуем Эль Камино. Хотя не уверен, что это будет хорошо. Че у тебя? Я тебя не вижу. Что-то новое. Новый Вольво, я даже не знаю. О, загрузился. Так, что за Вольво? Давайте посмотрим. Новая какая-то ламба. 179. Ламба не новая. Это R-мод, ей уже дофига лет. Но под капотом быстрый, вопрос, поедет или нет. По поводу Месса не знаю. С линии вроде не тот. Ну, выбирай. Че берешь? А я ламбу возьму.
Ламбу Мурсилага. Хорошо, ребята. Эль Камино. Я надеюсь, это тот, потому что Эль Каминчиков есть два. Один прям вообще бездарь, второй вроде как молодец, но это как пойдет. Но не. Интересно. Блин, что с тачками? Что по дропу? 528 500... вообще ни о чем. Так. Так. Ой, 50. Ну все. Сразу закрутило, ребята. Это не тот Эль Камино. Хотя, в принципе, у нас их всего два. Один квадрат и второй, ну, такой, чуть по, так сказать, круглее. Так, ну, я чисто скольжу. Да, я в сторону выкинул, да? Хотя не, ну, вроде выпрямился. Пока в игре, ну, 140, и я, кажется, все, остановился. Ну, 150, так. Я на льду остановился. Ну, у меня 180 тоже лед, 190, ребята, идет в общий зачет. И, наконец-то, моя первая победа. Офигеть, сколько времени прошло-то. Да, ребята, такое бывает. Рандом — штука непредсказуемая. Это как повезет. Так, у меня три тачки, наконец-то. Стрела, Мерседес, красиво, дорого, богато, но нахрен не нужно. Кстати, самое тупое, что Либератор тоже идет в счет. Поэтому придется ехать мне на Брэбосе. Брэбис. Самолет бы я тоже взял, но самолет не котируется. Так, у тебя Финир. Это хреново. Какой у меня Брабус? А у меня тут попрыгунчик, да? Да, это попрыгунчик наш старый. Так, ну блин, Финир, конечно, хоть и не самый быстрый, все равно соперник жесткий такой. Так, у меня... 900. Что овер до хера, слушай. 700 разогнал я. Давайте посмотрим, что из этого всего получится. Максимально странно лечу. Но Финиры, да. И мать, я полечу. Финиры, они все такие. Сказочные ребята. Так. А может, ты там взорвешь? Я вылетел, прикинь. А, где? Нет, нихера. Я в кольце. Так, ты вылетел или в кольце? Как это? Что это? Что это значит? Не, я в кольце, все нормально, братан. А как так ты вылетит? Что ты сказал, что ты вылетел? Ну, я почти вылетел, а потом врезался, получается, и в кольце остался. Вот как ты практически. Вот если бы я тебя выкинул, то это бы считалось, потому что, ребята, в одном раунде мы имеем право друг другу мешать. Ну да, ты полностью за линией, поэтому считается у нас, ребята, боевая ничья, и сразу расчехлили ворота двумя тачками. Неплохо. Примерно середина записи, ребята, идет. Раундов еще, в принципе, впереди много. По три тачки у нас будет, потому что боевая ничья. Это не чит. На это вестись не надо. Так, это уже интересней. И третья тачка. Третья тачка ГТР. Если это... Да, 217 я его брать не буду. Это вроде вообще ни о чем. Поэтому мне придется ехать на... Я взял 370-го. Даже не знаю, что за фигня. Так, ну окей. Надеюсь, это не тот самый. Хотя это не тот самый, потому что тот самый в этом. В раскраске. А по поводу своей тачки я ничего не знаю. Сейчас посмотрим. Откуда знаешь, что это не тот самый? Ну, обычно он в виниле сюда падает. Ну, типа... 590. 590. Так. Ну, тот поехал бы, кстати, под 800, под 900, так что это все-таки реально не он. На колеса не надо вставать. Где там болтает, ну, так, да, на радаре? Да. Сколько у тебя? 120. Так, 120, но я тоже со свистом, в общем-то, повторил твой успех. 170 по итогу. Ну, чуть-чуть отыгрался. Триумфально. А можно мне еще что-нибудь быстрое? У меня, в принципе, сверхбыстрых тачек не было. Вот, акулка — это хорошо. Ой, и форд — это хорошо. А карт мы не считаем, он не доедет. Ну, кстати, Кадиллак тоже вроде как неплохой. Так, что у тебя там? Первая так, есть. Так, вторая — это Кэссими. Так, я рискну. Я рискну. Что это? Сокет как раз-то можно? Так, поехали. Может, я на каблуках просто сижу. И так, ток. Как говорится, ковбойские, знаешь, такие сапоги. Под каблуком в принципе. Цокать. Ну, под каблуком еще залезть надо, конечно. Нужно постараться. Такое себе дело, кстати, отойди-ка в сторону. Тоже верно. 800 было. 820, но я явно быстрее тебя. Ну, все пока в порядке. Вроде машина не планирует загораться. Это, ребят, самое страшное. Я вылетел на 210. 210? Ну, хорошие новости для меня, потому что джибоник, и это пятихаточка, ребята. Вот такой Ford MK4. Да, слушай, очень хорошо. Даже долетел лучше, чем Брабус, ребята, который был белый. Поэтому выбор был правильный. Так, ладно, ребята, продолжаем. В общем-то, да, я отыграл неплохо баллов, но...
толку не особо много. Может быть, отыграть-то надо еще. Так, нифига себе у меня дроп. И прям, ребята, все тачки новые. Тут гоночный болид, здесь вот такой Porsche. Ну и то, что я возьму, ребята, это, конечно же, A8 FCI. Это топ-тачка. Так, у тебя тоже что-то интересное. Это какая-то... Это M1, да? Боеха 235, только если. Так, ну давайте попробуем. Давайте попробуем. FCI, ребята, Audi очень хороша. Остальные тачки... Ну, гоночный болид, я знаю, быстрый. Правда, по максималке у него вроде там 500 или 400 всего лишь. А вот у этой тачки... Скорости не особо много, но максималка хорошая. Так, давай ты лево или право куда-нибудь. Дриснешь? 600 было. 700 с плюсом было. Я возле прям стрелки и тебя между вами проехал. Это так рядом было, так опасно. Я думал, со всей дури прям в стрелочку влечу. Так, ну как-то... Как-то меня вот этот занос последний не радует. Не радует заносик. Ну, я пока неплохо так-то. Так, ладно, мне повезло. 400, я остался на платформе, где ты. Давайте, ребята, сразу навстречу Димону. А вот и Димон. 250. Слушай, ну, овер до хера для М1. Неплохо проехал, действительно, 250 баллов. Так, ладно, ребят, продолжаем. Давайте смотреть, что будет у нас дальше. X5, если старенький, но это не старенький, кстати. Так, у тебя тоже новая тачка. Так, что с бэхой? А это та самая, да, которая? Да, да. Так, у меня еще какой-то байк упал. Байк не быстрый, бэха М4... Не та, но она кривая косая в любом случае. Так, ладно, бэху, ребята, не буду на ней зацикливаться. Давайте просто следующую попавшуюся тачку достану. Ой, ну вот так давайте. Так, ну это какой-то Леха тоже, или крузак. Это Леха. Ну, я даже не знаю, ребята. Я байк попробую, наверное. Все остальное прям вообще фуфло. У тебя неплохой автомобиль, но я, насколько знаю, он улетал прям. У него проблемы с зацепом. Что с байком? Давай ты меня удивишь. 500? 550? Ой-ой-ой-ой-ой. Я встал на дыбки и зря это сделал. 470. У меня еще такой оффроуд байк, чисто по льду кататься там, не знаю, по горам. О, ребята, а никто же не запрещал 140, мне контрол подживать. Я на заднем колесе чисто еду, понял? Вот это... Юрач трикач, как ты там сказал. Ой, 170. Я не зацепился. Серьезно? Ты посмотри на меня, что вытворяю. Да. Кстати, когда я контролом нажимал, сейчас у меня тоже поднималось вперед, и, возможно, как-то можно рулить таким образом. Полет. Нет, рулить у тебя точно не получится, потому что, ну, скорость большая, чисто летит байк. Но самое прикольное, что я просто держу на одном колесе, и как бы он просто на одном колесе едет. А, да. Я вижу это. Прикинь, просто балансирую. Это как гладь, наверное, работает, слушай, я даже не знаю. Ну, слушай, он не теряет скорость, самое прикольное. То есть он как бы прыгает, до сотки разгоняется, приземляется 50 и дальше едет вот там на колесе. То есть, ребята, это тормозит, без газа. Я газ не жму, то есть он сам едет. Слушай, а прикольно так. Правда, у меня палец устал, уже мизинец. Ты это, тормози-ка, я еще раз говорю тебе. Мне кажется, если я сейчас второе колесо поставлю, я остановлюсь, поэтому лучше этого не делать. Оп, оп, оп. Слушай, интересно... А, нет, смотри, скорость теряется уже, теряется скорость. Ну да, 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 200 осталось. Точнее, 200 взял. Только по ребрику скорит, нет? Я не хочу в поребрик заезжать. А, я прям в него... Воу! Я выплюнул. Ну нет, ребята, он за счет скорости ехал, значит. То есть, контрол как бы помогает, но я не думаю, что это как-то читерство. Прикольно. Да все. Первый раз такой херей занимаюсь. Доедь, 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 доедь. О, если я сейчас доеду, я сделаю прикол. У нас же, ребята, короче, я не доеду, да? Я все равно сделаю прикол. Все, остановился полностью. Я что-то вспомнил, что можно было на спину упасть и типа, да, и скользить. Он даже не падает, чел с байка. 290, ребята, не быстрый байк, но за счет того, что он на заднем колесе проехал, неплохо. И чтобы вы понимали, гоночные байки на заднем колесе не едут. Они, короче, очень быстрые, и центровка мешает. А этот прям такой чисто оффроуд байк. Прикольно. Длинный получился спуск, ребята, поэтому сейчас предпоследний раунд. Давайте посмотрим, что мы достанем. О! Другой байк попался. Вопрос, смогу ли повторить? Потому что тачки у меня такие себе, на самом деле. АБТ? Так, 149. Ауди неплохая, ребята, но я попробую байк. И опять-таки, сейчас повторим, возможно, спуск с колесом, если получится. Хотя это вроде быстрый байк. Может, и не потребуется. Но будет интересно всего этого понаблюдать. 300, 400. Так, ну это в разы быстрее байк, чем был. Вроде как. Ну, не особо быстрее, 545. Ну, 500 есть.
у меня. Стараюсь, ребята, смотрите, вот стараюсь поставить на колесо, и видите, он не дает. Он бьется прям. Блин, я в тебя сейчас врежусь. На нах. Блин, ты меня... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили, замочили. Я понял. 130. Да, и у тебя... Ну, у тебя 130, но бонусных еще 10 баллов будет, но у нас боевая ничья, по факту. Блин, он, короче, не едет на заднем колесе, о чем я и говорил. Я, короче, вот так... Вот так хотел, ребята, приземлиться, и вот так вот, короче, на, получается, номере огладить. В китайских паркурах такая тема работала раньше прям вообще козырно. Но если бы я в сторону не улетел, я бы явно был дальше. Последний раунд, ребята, по три тачки у нас с тобой будет. ЛФА не тот, брать не буду. Возьму, ребята, вот этот Ниссанчик, короче, с макушкой непонятной. У тебя три тачки, давай спауни, посмотрим, что там попадется. Так, а можно как-то в допах убрать вот эту херовину сверху? Да, можно. О, пошло. О, какая-то крыша поинтереснее, колесо не нужно. Это все фигня уже. Так, у тебя... Что за маленькая такая? Смысле, она такая маленькая была? Поехали. Тесла? Нет, BMW какая-то слишком маленькая была по габаритам. А, я даже не понял. Прям кому-то, знаешь, ну раза полтора меньше. Тесла, кстати, врезается. Ну не надо под руку, бля, стяще говори. 835. У меня хороший Nissan, а Patrol вроде, насколько я помню. Я его знал, поэтому я его и взял. Тесла, ребята, там, да, в серединке придется ехать. Но Тесла в целом неплохая сильно тачка. Я очень хорошо лечу, ребята. Добираюсь до конца. Вопросы, что с остановкой? А, ну врезался и улетел. 350 баллов, к сожалению. Очень хорошие скорости, но на такой тачке надо залетать в ворота, конечно же. Так, а Тесла у нас... Вот она. Ну, я выпилился. Ой. А, нет. Ну, да. Красиво, 150, и улетел. Да, что ж, ребята, да, прикольная серия. Вначале не везло, под конец вроде как плюс-минус хорошие тачки пошли, поэтому по баллам вы сами все видите на экранах. Всем спасибо, всем пока. Пока, ребят.